Мы опоздали! Майн Год, это будет бойня! Надо спасти гражданских! Может, мы сумеем где-нибудь прорвать рус... Ой. Мы опоздали. Майн Год, это будет бойня. Надо спасти гражданских. Может, мы сумеем где-нибудь прорвать русветские силы? Не сможем, но нам и не придется. Штель, приведите горожан в мою мастерскую. Что вы собираетесь делать? Спаси жителей Колна! Приведи их ко мне! Штель. Мы поможем! Не смотрите на меня так! Лех выжил из ума. Разве можно обрекать мирных жителей на гибель? Спасибо, ребята. Давайте поможем всем, кому сможем. Что нужно? Выдвигаюсь. Иду. Будет сделано. Лучше держаться в укрытии. Гражданские, вон там. Я с ними справлюсь. Загляну внутрь. Не надо! Мы не солдаты! Готовы? Идем с нами. Мы проводим вас в безопасное место. Кто? Вы такая? Мы пришли помочь. Скорей! Ну тогда... Видите? Нужно проводить их обратно в мастерскую. Им опасно идти одним. Пошли! Это пригодится. Если это не заберем мы, заберут другие. Будет сделано. Скоро буду там. Звучит разумно. Ох, это нехорошо. Русветцы на подступах к моей мастерской. Чем могу помочь? Будет сделано. Что дальше? Выдвигаюсь. Вижу отряд противника. Это пригодится. Пошли. Противник на прицеле. Иду. На наши казармы напали. Противник на прицеле. Да? Не расслабляться. Помощь прибыла. Только помощь. Говори. Я с ними справлюсь. Тут.
Слушаю. Кто нашел, тот и взял. Чем могу помочь, это пригодится. Гранатометчики готовы. Что нужно? Сделаю. Если это не заберем мы, заберут другие. Надеюсь, удастся раздобыть выпивку. Нам это понадобится. Что такое? Кто нашел, тот и взял. Если это не заберем мы, заберут другие. Что нам делать? Ладно. Да? Продолжаем. И еще остались те, кому нужна помощь. Что нужно? Похоже, там безопасно. Так, это будто... Некогда сидеть, сложа руки. Стрелки, давай. Снаряжаем стрелков. Что дальше? Иду. Стрелки готовы защищать родину. Медики, да? Что такое? Ждем приказа. Снова они! Защитите мою мастерскую! Скоро буду там. Важен каждый выстрел. Да? За нами. Медики готовы. Помощь в пути. Слушаю. Там мы будем в безопасности. Ланские стрелки справятся с чем угодно. Кому-то нужна помощь? Помощь уже рядом. Да. Стрелки готовы защищать родину. Выглядит неплохо. Что нужно? Что дальше? Будет сделано. Идите за мной, если хотите жить. Чем могу помочь? Немного. А тут уютно. Загляну внутрь. Иду. Укрытие никогда не помешает. Они в нас стреляют! Лучше держаться в укрытии. Пошли. Готовься! Пригните головы! Сейчас мы им покажем! Все, все! Иначе. Готовимся, да, к новому будет бою. Сделано! Они нас стреляют! Скорее! Молодцы, парни! Что нам делать? Понял. Чего? Хорошо. Слушаем. Что такое? Скоро буду там. Слушаю. Пошли. Мы готовы помочь. Местность зачищена. Нужны еще добровольцы? Новая точка сбора. Чего? Идем вперед. Да? Гранаты! Расхватывайте скорее! Берите гранаты. Новые приказы? Гранатометчики ждут приказа. Скоро буду там. Кто нашел, тот и взял. К бою готовы.
куда лучше, чем торчать посреди поля. Что нужно? Если это не заберем мы, заберут другие. Будет сделано. Иду. Это пригодится. Вот кто нашел, тот и взял. Укрытие никогда не помешает. Скоро буду там. Эти нападения должны прекратиться. Мне нужно больше времени. Если так нужно. Это пригодится. Обнаружен противник. Некогда сидеть сложа. Уничтожим их! Оставьте кого-нибудь для нас! Кто-нибудь заказывает пропорты? Точка сбора задана. У нас стреляют! Один из наших ветеранов получил элитный статус. Вражеская пехота уничтожена! Нужно что-нибудь сделать? Дана, что ты делаешь? Спасаю людей! Хотя бы пытаюсь! Это и я делаю! Спасаю паланцев! Только вот я мыслю шире! Мы их спалим! Чего? Идем к укрытию газы? Топливные баки заправлены, мы готовы. Да? Там мы будем в безопасности. Что дальше? Иду. Пошли! Ты все еще можешь это прекратить! Мы не можем остановиться! Твои люди знают, что ты жертвуешь ими ради пропаганды! Будет сделано. Сейчас сделаю! На помощь! Кто-нибудь, помогите! Сейчас мы поможем! Мы отведем вас в безопасное место. За мной. Мы в безопасности? Что нужно? Конечно. Да? Слушаем. Сейчас сделаем! Хильфе! Руссвецы идут! Другое дело. Видим неприятеля! К нам заглянули на огонек! Наконец-то! Так, что нам делать? Кто-нибудь заказывал гранаты? Один из наших ветеранов получил элитный статус. Каков наш план? Враг здесь! Давно пора! Уходим с открытого места! Враги! Тревога! Да начнем!
опасный статус. Что дальше? На нас напали! Я буду там. Если это не заберем мы, заберут другие. Что нам сделать? Здесь это никому не поможет. К нам заглянули на огонек! Ладно. Берегись, там враг! Сделаю. Наверняка остались и живые. В нас стреляют! Сейчас сделаем! Да. Звучит разумно. Мы их проучили. Новые приказы? Кому еще дать прикурить? Инженеры, в строй! Какая же у нас страна красивая. Жаль, война ее так искалечила. Сделать больше мешков с песком? Важна любая работа. Гранатометчики готовы. Что нужно? Горим от нетерпения. Что, подбросили нам бревнышек в костер? Новые приказы? За нами. Отряд стрелков пополнен. Ждем приказа. Нужно что-нибудь сделать? Мы готовы. Прячемся в укрытии. Чего? Идем к укрытию. Почти готово. Не подпускайте ко мне русветцев. Осталось совсем недолго. Отлично. Еще ресурсы. Что дальше? Конечно. Что нужно? Это поможет. Слушаем. Перемещаемся в укрытие. Огненный отряд слушает. Чего? Звучит разумно. А-а-а. Видим противника. Как можем. Сделать больше мешков с песком? Местечко выглядит неплохо. Нужно что-нибудь сделать? Расслабляться. Огоньку. Сейчас или никогда! Сделать больше мешков с песком? Вроде бы все. Слушаю. Так какой видим будет их. План? По меньшей мере одного. Мы еще здесь. Чего? Атакуем врага! Оставьте кого-нибудь, где нужно. Готовы вступить в бой. Уничтожен. Ждем приказа. Ад в канистре. Огненный отряд слушает. Да? Хватайте огнеметы. Огнеметчикам не терпится вступить в бой. Гуляем. Топливные баки заправлены. Мы готовы. Огонь принято. Выступаем. Мы еще здесь. Огоньку? Нужно что-нибудь сделать? Горим от нетерпения. Мы еще здесь. Огненный отряд слушает. Закончено создание укрепления. Новые приказы? Гранатометчики готовы.
Сделать больше мешков с песком? Принято. Огоньку? Не облегчайте им задачу. Укрытие? Очень кстати. Прокладываем путь. Новые призывники? Так какой будет план? Принимаем пополнение. Что нужно? Пошли! Да, за нами. Что дальше? Иду. Похоже, там безопасно. Выдвигаюсь. Кто нашел, тот и взял. Чем могу помочь? Снова они! Защитите мою мастерскую! Иду! Будет сделано! Если это не заберем мы, заберут другие. Осторожно! Я только что видел неприятеля! Скоро буду там! А тут уютно. Сделаю. Обнаружен противник! Сделать больше мешков с песком? Мы еще здесь. Что, подбросили нам бревнышек в костер? Нужно что-нибудь сделать? Ничто не объединяет солдата с оружием так, как расплавленный металл и кожа. Стройте как следует. От этого зависит жизнь баланс. Горим от нетерпения. Огненный отряд слушает. Не облегчайте им задачу. Осторожность не повредит. Слушаем. Слушаю. Будет сделано. Закончено создание укрепления. Медики готовы. Мы об этом позаботимся. Новые приказы? Отказываться не станем. Что такое? Если так нужно. Так какой будет план? Пора прогуляться. Мы занимаем укрепление. Новые приказы? Учимся на спасение горожан. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Скорее!
все. Враг! Что-нибудь прикиньте! Помощь! Они атакуют медперсонал! Эти нападения должны прекратиться! Мне нужно больше времени! Видим врага! Запрашиваем подмогу! Осторожней! Быстрей! Выдвигаюсь! Сделаю. Если так нужно. Будет сделано. Замечены враги. Замечены враги. Нас атакуют! Укрытие. Загляну внутрь. Скоро буду там. Замечены враги! Пришли помочь. Скорей. Ну, тогда. Ведите. Нужно проводить их обратно в мастерскую. Им опасно идти одним. Слушаю. Кто нашел, тот и взял. Да? Идем. Выдвигаемся. Что дальше? Слушаю. Чего? Как скажете. Похоже, там безопасно. Что нам делать? На помощь! Идем. Оставьте кого-нибудь и для... В нас стреляют! Да? Это их здесь. Помощь! Медики под огнем! Что требуется? Простите. Говори! Чего? Нам нужно все, что сможем найти. Кому-то нужна помощь? Будет немного больно. Что нужно? Слушаю. Что такое? Пошли! Идите за мной, если хотите жить. Хм, а тут уютно. Лучше держаться в укрытии. Хильфе! Руссветцы идут! Будет сделано. Чего? Как скажете? Замечена боевая единица. Помощь! Кто-нибудь! Помогите! Чего? Один из наших ветеранов получил элитный статус. Все могло быть иначе. Да? Мы справились. Пошли. Благослови вас Бог. Выдвигаюсь. Что нам делать? Иди. В нас стреляют! Что нужно? Если это не заберем, да. Мы заберут другие. Отказываться. Что нам сделать? Мы это сделаем. Вон там! Сколько их? Нас атакуют! А? Видим неприятеля! Чего? Выдвигаемся. Света! Какой наш план? Мы потеряли время. Нас атакуют! Враг нападает на нашу крепость. Да, да! Остановись!
слишком много укреплений. Некогда сидеть сложа руки. Снаряжаем стрелков. Чего? Стрелки здесь и готовы сражаться за республику. Слушаю. Будет сделано. Закончено создание укрепления. Что нужно? Выдвигаюсь. Иду. Что нам делать? Идем. На помощь! Кто-нибудь, помогите! Готовы вступить в бой! Благослови вас Бог. Слушаю. Загляну внутрь. Будет сделано. Что нужно? Иду. Пошли. Скоро буду там. Пошли. Выдвигаюсь. Почти готово. Не подпускайте ко мне русветцев. Осталось совсем недолго. Скоро буду там. Кому-то нужна Чем помощь? Могу помочь? Принято. Слушаю. За нами. Чего? Берегись! Они атакуют весь персонал! Что нам делать? Что нужно? Выдвигаюсь. Замечены враги. Пошли. Что нужно? Сейчас все починим. Вроде как новенькая. Принимаем пополнение. Похоже, там безопасно. Замечена боевая единица противника. Укрытие никогда не помешает. Будет сделано. Иду. Враг нападает на наше укрепление. Скоро буду там. Враг нападает на наше укрепление. Да? Чего? Хорошо. Сделать больше. Сейчас все починим. Ой, ты просто умница. Свежее мясо. Огоньку. Все должно работать. Ушки на макушке! Становится все сложнее кого-то отыскать. Похоже, это все. Вернее, все, кому еще можно было помочь. И как он собирается вывести всех этих людей из города? Вот и твой ответ. Эй, как вам мой маленький проект? Самонадувная спасательная лодка! Эти орудия их уничтожат. Что нам делать? Чего вы ждете? Это единственный выход!
Я попробую расчистить путь. Если кто-то хочет попасть на дирижабль, поспешите. Штель, Штель! После взлета я уже не смогу приземлиться в городе. Если мы останемся, у них будет хоть какой-то шанс. Здорово. Удачи. Постараемся вытащить вас отсюда живыми. Что? Нет. Давайте уничтожим орудие. Получено. Если не уничтожим орудие, все было зря. Новые призывники? Что дальше? Похоже, там безопасно. Вперед. В атаку. Слушаю. Идем к укрытию. Приказы? В бункер! Мы еще здесь. Новый приказ, кто зайдет последним, закройте за собой. Бункер готов. Ку? Выглядит надежно. Слушаем. Пушки на макушке. Пошли! Куда лучше, чем торчать посреди поля? Готов к обороне. Новые приказы? Одна нога здесь, другая там. Приказы? Чем могу помочь? С вас приказ, с нас работа. Ждем приказа. Бункер готов. Нужны еще добровольцы? Они больше не навредят. Вперед! Ушки на макушке! Было вполне удобно. Двигаемся туда. Ага. Занимаем укрепление. Сделать больше мешков с песком? Что такое? Иду. Пошли. Скоро буду там. Пошли. Выдвигаюсь. Слава богу! Откуда взялся дирижабль? В нем много гражданских. Нужно убедиться, что он безопасно покинет город. Я в деле. Лучше поздно, чем никогда. Вон там! Первое орудие! Медики под огнем! Да? Бегом! Важен каждый выстрел! Блядь. Огненный отряд лучше! Бой готов! Нельзя сидеть на месте! Так, ну что? Блядь, ханда-ханда. Уничтожим их! Укрытие никогда не помешает. Да, скоро буду там. Отступаю. Стражник готов выдвинуть! Мы потеряли отряд. Стражник в пути! Нетерпение. Мы видим неприятеля. Спешим как можно. Что нам сделать? Все будет в порядке. Чем могу служить, Палани?
Новые призывники? Почти готово! Вперед! Вооружаем паланских бронебойщиков. С вас приказ, с нас работа. Мы быстро туда доберемся. Я немного занята. Дождемся пожар. Бронебойщики ждут команд. Дайте нам цель. Слушай. Все внутрь. Мы идем. Мы готовы помочь. Будет немного больно. Ух, ебать. К бою готов. Нельзя сидеть на месте. Ебать. Чем могу помочь? Будет сделано. Сука, отстань. Брат. Выдвигаюсь. Похоже, их там немало. Стражник готов выдвигаться. Все будет в порядке. Слушаю. Скорей. Так, мы сюда, короче. Герой получил новый ранг. Молчат! Осторожно! Вперед! Сосредоточить огонь на последнем орудии! Руку! На близости враг! Оставьте местечко для нас! Готовься! Мы явно привлекли их внимание! Новые приказы! Что нам сделать? Новые медики? Да. Отряд стрелков укомплектован и готов. Да? Будет сделано. Новые призывники? Слушаю. Отряд стрелков пополнен. Медики готовы. Медперсонал готов к заданию. Чем могу помочь? Выдвигаюсь. Нужно что-нибудь сделать? Мы готовы помочь. Новые медики. Новые приказы? Отряд стрелков укомплектован. С вас приказ, с нас работа. Слушаем. Принимаем пополнение. Чем могу служить Палане? Нужно что-нибудь. Будет как новенькая. Да. Кому-то нужна помощь? Медперсонал готов к заданию. Слушаю. Отряд стрелков Слушаю. Пополнен. Так-то лучше. Войтек, я по тебе соскучилась. К бою готовы. У нас подкрепление. Сделать больше мешков с песком? Новые приказы? Отряд стрелков укомплектован и готов. Выдвигаемся. Что нам сделать? Новые медики. Гранатометчики готовы. Так какой будет план? Некогда сидеть сложа. Медики готовы. Медперсонал Чего? Готов к заданию. Отряд стрелков пополнен. Что такое? Скоро будет это пригодится. Пошли! Чем могу помочь? Пушки на макушке! Там было слишком жарко. Хватит сидеть без тебя. Мы еще здесь. Шаг за шагом. Что такое? Иду. Огненный отряд слушает. Что дальше? Скоро буду там. Если это не заберем мы, заберут другие.
пошли! Скоро буду там! Будет сделано! Готовы помочь. Если это поможет Палании. Вижу отряд противника. Да враг! Чем могу помочь? Лучше держаться в укрытии. Будет сделано. Что нам сделать? Мы можем здесь укрыться. Чего? Огоньку? Что нужно? Выдвигаюсь. Слушаю. Будет сделано. Иду. Черт, они идут! Выдвигаюсь. Не помешает. Что такое? Уничтожим его. Идем. Неужели это малышка Дебов? Играешь в войну с дядей? Пора, ребята. За Генриха и за тех, кто на дирижабле. Не стрелять. Если Штайнец там, значит... Отпустите девчонку. Она здесь ни при чем. Еще как при чем. Из-за нее теперь мне нужно догонять дирижабль. Это не главная твоя беда. Палания поднимется против Русвета. Вас ждет народное восстание. Да, неплохое начало, правда? Еще пара таких происшествий, и, глядишь, разгорится новая война. Спасибо, что подыграли. Что? О чем ты говоришь? Им надо было, чтобы мы нарушили мир. И Русвет сможет заявить, что им пришлось защищаться. Умница. Вот только это не русветская заслуга. Они не спешат развязывать новую войну. Тем более, когда царь Николай узнал о нашем существовании. Жаль, ведь он мог нам помочь. Кому? Нам? Фенрису, будущим правителем этой страны. Спасибо твоему дяде. Сдохни, тварь!
Фу. Что такого люди в нем нашли? Бундёж, мы не сдаемся, что ли? Может, стоило завязать? Не лежал бы сейчас здесь в дерьме мертвый? А тебе не стоило влезать туда, где решаются судьбы мира. Это еще что? Это... Отступаем! Уверена, он был бы рад, что вы все же пришли. Мы здесь не ради него, а ради тебя. Ты была права. Нельзя просто смотреть, как убивают невиновных. Именно этого Зубов и хотел. Мы сделали все еще хуже. Он победил. Полковник Зубов окопался к северу отсюда. Он знает, что им не уйти. Зубов нужен живым. За мной! Стоим не уйти. Зубов нужен живым. Ситуация такова. Вот главная база Зубова. Мы вот здесь. У них мощные укрепления вдоль главного бульвара. Здесь, здесь и вот здесь. Хорошо ли укреплена эта база? Сейчас нам их не одолеть. Нужно собрать больше огневой мощи. Стоит заодно наведаться в эти четыре места. Разведка докладывает о складах ресурсов и оружия. Будет непросто. Главная база и те две поменьше доставят немало хлопот. Ладно, слушайте. Мирное соглашение зависит от того, возьмем ли мы в плен полковника Зубова. Сражайтесь, как в последний раз. Таким он и будет, если проиграем. Ждем ваших приказов. Получена новая основная задача. Ждем новых указаний. С вас приказ, с нас работа. Чем можем помочь? Призываем стрелков. Место встречи будет здесь. Сикорский слушает. Что такое? Иду. Так какой будет план? Да, местечко выглядит неплохо. Смотрите в оба. Точка сбора установлена. С вас приказ, с нас работа. Перемещаемся в укрытие. Стрелки готовы защищать родину. Идем к укрытию. Сделать больше мешков с песком? Так точно, двигаемся в укрытие. Встать в строй. Сделать. Как раз это нам и нужно против машин. Что нужно?
Будет сделано. Раньше все было просто. Чем можем помочь? Пока не появились машины. Призываем стрелков. Слушаю. Стрелки готовы защищать родину. Так какой будет план? Орудия готовы уничтожать врагов в Палании. Отлично, мы выдвигаемся. Что дальше? Выдвигаюсь. Сделаю. Готовы поражать цель. Меняем позицию. Рудник наш. Что нужно? Звучит разумно. Руки справятся с чем угодно. Ждем новых указаний. Скачем. Занимаем позицию. Слушаю. Пошли. Скоро буду там. Нужно что-нибудь сделать? Стрелки готовы защищать родину. Скорее всем хватит места. Звучит разумно. Смотрите в оба. Бронебойное орудие готово к заданию. Мы ждем битвы. Враги! И много! Слушаю. Что такое? Выдвигаюсь. Да, там мы будем в безопасности. Что нужно, если так нужно? Слушаю. Местечко выглядит неплохо. Насос теперь наш. Осторожно! Я только что видел неприятеля! Ждем новых указаний. Готовы служить в Палании. Пехота на открытой местности. Звучит как задача для конницы. Они здесь баклуши бить не намерены! Пригните головы! Слушаю. Орудие готово к бою! Готовим арсенал! Чем можем помочь? Призываем стрелков. Мы ждем битвы. Мы это прихватим. Это поможет. Новые приказы? Ладно. Слушаю. Ад в канистре. Огнеметчикам не терпится вступить в бой. Там мы будем в безопасности. Видим вражеские цели. Чем могу помочь? Паланские стрелки справятся с чем угодно. Кавалеристы к бою. Огненный отряд слушает. Считайте, сделано. Новые приказы? Отказываться не станем. Что такое? Слушаю. Слушаю. Чего? Нам нужно все, что сможем найти. Готовы служить в Палании. Стрелки готовы защищать родину. Выдвигаемся. Берегись, там враг! На нас напали враги! Смотрите в оба. Новые приказы? В нас стреляют! За нами. Слушаю. Открыть огонь! Что такое? Заглянули на огонек! Скорей! Так они их успели закончить. Грех был бы не воспользоваться.
Они в нас стреляют! Чего? Стрелки здесь и готовы сражаться за республику. Скорей, заходим. За нами. Да! Другого выхода нет! Шанить скорей! Видим вражеский! Противник на прицеле! Встать в строй! Бронебойное орудие готово к заданию! Новые приказы! Занимаем позицию! Потеряли отряд. Они стреляют! Выдвигаемся. Да? Готовься! Вижу отряд по... Герой выведен из строя. Хватит, заходим. Идем. Готовы поражать цель. Готовьтесь стрелять. Замечены враги. За нами. Замечена боевая единица противника. Конница вперед. Что нужно? Враг в поле зрения. Раз никто другой его забрал. Мы еще соберем все до крошки. Ждем новых. Забираем припасы. Готов уничтожать врагов в плане. Сикорский слушает. Ага. Ну не выкидывать же это. Мы еще здесь. Да? Горим от нетерпения. Что нужно? К орудию. Бронебойное орудие ждет приказаний. Кавалеристы к бою готовы. Как прикажете. Сикорский слушает. Конница вперед! Я и не думал, что вы вернётся так скоро. Отряд стрелков укомплектован и готов. Кавалеристы к бою готовы. Новые приказы? Просто укажите, где враг. Орудие готово к бою. Бронебойное орудие готово к заданию. Ага. Чем можем помочь? Сикорский слушает. Как прикажете. Пополняем наши ряды. Смотрите в оба. Возвращаем строй героев. Прямо сейчас мы не можем обеспечить место новых бойцов. Будет здесь. Готовы поражать цель. Огоньку. Принято. Бронебойное орудие готово к заданию. Заняли позицию. Готов. Перемещаюсь в новую точку. Готов, Войтек? Встать в строй! Отменено. Инженеры готовятся. Точка сбора установлена. Кавалеристы к бою готовы. Приближается противник! Враг! Один из наших ветеранов противник получил элитный статус. Готовим арсенал! Пригнитесь! Горим от нетерпения! Орудие здесь! Подходи, не бойся! Оставим его здесь! Дайте мне цель! Пригните головы! Пошли, пошли! Просто укажите, где враг! Всего один противник! Смотрите в оба! Лучшие инженеры Палании ждут приказов! Укрытие? Очень. Слушай. Кстати. С вас приказ. Готовы поражать цель. Готовы уничтожать. Выдвигаемся. Выкладывай. Ясно. Просто укажите, где враг. Двигаюсь к заданной локации. Осторожно. Я только что...
завершен. Встать в строй. Что дальше? Мне это было очень нужно. Будет сделано. Мир думал, мы падем, но... Тур к бою готов. Орудие готово к заданию. Заняли позицию. Замечена боевая единица противника. Обнаружен противник. В нас стреляют! Просто укажите, где... О, с удовольствием. Ждем новых указаний. Элитный статус. Кавалеристы к бою готовы. Другого выхода нет. Кто следующий? С дороги не то, я тебя раздавлю. Чего? Перемещаюсь в новую точку. Головы. Я с ними покончу. Орудие готово к бою. Мы еще здесь. Попадание. Новые приказы? Звучит разумно. Бронебойное орудие готово к заданию. Ну, хороший миг. Готовьте стрелять! За нами. Новые приказы? Герой получил новый ранг. К укрытию. Чего? Сикорский слушает. Скачем! Конница вперед! Войдер, конница под огнем! Как прикажете? Замечены враги. Выдвигаемся. Нас напали враги! Стрельчатка! Оставьте кого! Нужно больше кавалеристов! Получил элитный статус. Видим вражеский отряд. Готовьте снаряды липучки! Конница под огнем! Да! Что нужно? Звучит разумно? Новые приказы? В нас стреляют! Отряд стрелков пополнен. Ну чего? Почти не наносим урона! Не высовывай! Располагайтесь как дома. Готов уничтожать врагов Палани. Чем можем помочь? Мы напали! Что такое? Иду! Смотрите в оба. Возвращаем в строй героя. Замечены враги. Что нужно? По нам стреляют. Это поможет. Готовы поражать цель. Чего? Огненный отряд слушает. Мы еще здесь. Спешим как можем. Слушаю. Чем можем помочь? Все люди и лошади к службе готовы. Чем могу помочь? Будет сделано. Выдвигаюсь. Что нужно? Местечко выглядит неплохо. Встать в строй. Пошли! Замечены враги.
помочь? Пригните головы! Уничтожим их! Просто укажите, где враг. Что нужно? Иду! В нас стреляю! Я с ними справлюсь! Готовы служить Полании. Что такое? Сделаю. Готов уничтожать Полании. Сделать больше мешков с песком? Замечена боевая единица противника. После этого возвращаться к граблям и виллам. Этот насос готов служить Полании. Что дальше? Новые приказы? Там мы будем в безопасности. Огоньку? Осторожность не повредит. Выступаем. Что у нас? Замечена вражеская цель. Местечко выглядит неплохо. Там мы будем в безопасности. Приближается про... Орудие здесь! Заняли позицию! Чего? Открыть огонь! Мы у них на прицеле! Загляну. А тут уютно. А теперь... Пригните головы! Слушаю. Идем вперед! Противник! Враги приближаются! Либо они, либо мы! Мы еще здесь! Осторожно! Я только что видел неприятеля! Пригните головы! Мы потеряли отряд! Горим от нетерпения! Мы потеряли отряд! Да? На нас напали враги! Путь. Тур к бою готов. Перемещаемся.
Возвращаюсь в новую точку. Что дальше? Скоро буду там. Слушаю. Отряд стрелков нужно что-нибудь сделать. Готов. Сикорский слушает. Просто угорите, нетерпение. Шаг за шагом. Замечены враги. Слушаю. Будет здесь. Замечена боевая единица противника. С вас приказ, с нас работа. Пора продвигаться. Просто укажите, где враг. Двигаюсь к заданной локации. Замечена боевая единица противника. Отряд Турк, бою готов. Новые приказы? Так какой будет план? Инженеры, в строй. Ага. Что, подбросили нам бревнышек в костер? Видим вражеский отряд. Просто укажите, где враг. Я с ними покончу. Юристы к бою готовы. Не расслабляться. Слушаю. Готовы вступить. Штаб напали. Принимаю поможение. Осторожно. Я только что видел неприятеля. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Нам нужно классно. Слушаю. Отряд стрелков пополнен. Что нужно? Звучит разумно? Мы еще здесь. Герой получил новый ранг. Укомплектован и готов. С вас приказ. Мастерская ждет приказы. Я и не думал, что война вернется так скоро. Стрелки здесь и готовы сражаться за республику. Подготавливаем шагающую машину. Прямо сейчас мы не можем обеспечить новых бойцов. Кто хороший мишка? Выезжаем сюда. Сделать больше мешков с песком? Мешки с песком. Прекрасно. Стрелки готовы защищать дрон. Пора прогуляться. Что от меня требуется? Чем могу помочь? Иду. Покажем им, что мы умеем. Готов выдвигаться. Бронетехнику. Что от меня требуется? Я все разведаю. Что дальше? Что такое? Будет сделано. Что нужно? Пошли! Иду! Будет сделано! Thank you.
Выдвигаюсь. Лучше держаться в укрытии. Так какой будет план? Чем можем помочь? Сделать больше мешков с песком? Новые приказы к орудию. Замечена боевая единица противника. Чем могу помочь? Бронебойное орудие ждет приказаний. Замечена боевая единица противника. Сейчас все починим. Что такое? Выдвигаюсь. Обнаружен противник. Быстрей! Сейчас все починим. Готов выдвигаться. Увидимся там. Готов уничтожать врагов в Палании. Перемещаюсь в новую точку. Что дальше? Скоро буду там. Готовы поражать цель. Новые приказы? Все должно работать. Важна любая работа. Слушаю. Бронебойное орудие готово к заданию. Заняли позицию! Нам нужно все, что сможем найти. Что нужно? Это поможет. Жду задания. Турк, бою готов. Двигаюсь к заданной локации. С вас приказ, с нас работа. Чего? Скорей. Да, за нами. Готовы служить Палании. Готов уничтожать врагов Палании. Так какой будет план? Палания долго терпела захватчиков. И Турк, бою готов. Стали отвечать. Нужно что-нибудь сделать? Что нужно? Слушаю. Будет сделано. Что-то сломалось? Что такое? Так какой будет план? Готов уничтожать врагов Палании. Тур выдвигается. Закончено создание укреплений. Точку. Нужно что-нибудь сделать? Мешки с песком. Прекрасно. Да. Местечко выглядит неплохо. Чем могу помочь? Чего? Там мы будем в безопасности. Готовы поражать цель. Готовьтесь стрелять! Просто укажите, где враг. Перемещаюсь в новую точку. Мир думал, мы падем?
но не стоит. Кавалеристы к бою готовы. Выдвигаемся. Что дальше? Что нужно? Местечко выглядит неплохо. Огоньку? Укрытие? Очень кстати. Тур к бою готов. Двигаюсь к заданной локации. Что от меня требуется? Жду задания. Я все разведаю. Слушаю. Горим от нетерпения. Гуляем. Шаг за шагом. Ждем новых указаний. Скачем. Как прикажете. Закончено создание укрепления. Там. Если так нужно. Новые приказы? Я и не думал, что война вернется. Важна любая работа. Что нужно? Идем к укрытию. Слушаю. Там мы будем в безопасности. Новые приказы? Слушаю. Новые приказы? Звучит разумно. Огоньку? Да. Идем к укрытию. Слушаю. Местечко выглядит неплохо. Что нужно? Там мы будем в безопасности. Идем к укрытию. Новые приказы? Слушаю. Огненный отряд слушает. Закончено создание укрепления. Чем могу помочь? Будет сделано. Сикорский слушает. Нужно что-нибудь сделать? Мешки с песком. Прекрасно. С вас приказ, с нас работа. Осторожнее, здесь мы будем защищены. Будет как новенькая. Слушаю, это пригодится. Мир думал, мы падем, но не стоило связываться с Паланией. Местечко выглядит неплохо. Что нужно? Огоньку? Гуляй, а? Готовим пушку. Тур к бою готов. Чем могу помочь? Один из наших ветеранов получил элитный статус. Так какой будет план? Видим вражеские цели. Ремонт завершен. Новые приказы? Готовим арсенал! С вас приказ, с нас работа. Сейчас все починим. Бронебойное орудие готово к заданию. Сделать больше мешков с песком? Будет как новенькая. Что такое? Иду!
пошли! Важен каждый выстрел! Вот так! Орудие готово к бою! Один из наших ветеранов получил элитный статус. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Готовы поражать цель. Меняем позицию. Готовьтесь стрелять! Отлично, мы выдвигаемся. Орудие готово к бою! Огненный отряд слушает. Сделаю. Скоро буду там. Машина под огнем! Конечно. Новый постат. Ничего не оставим врагу. Сейчас все починим. Что такое? Они стреляют! Кто-то напрашивается на взвод. Слушаю. Так какой будет план? Берегись! Скорей! Говори! Герой получил новый ранг. Сейчас сделаю! Противник на базе, осторожно! Прямо как Янок меня учил.
Мешков с песком? Говори! Если это не заберем мы, заберут другие. Нужно что-нибудь сделать. Будет как новенькая. Что нужно? Укрытие никак. Просто укажите, где враг. Что такое? Пошли! Готов уничтожать врагов Полани. Я с ними покончу. Готов выдвигаться. Мы смелые напали! Жду задания. Конечно. Что от меня требуется? Чего? Перед врагом требует внимания. Что нужно? Похоже, там безопасно. Ремонт завершен. Должно работать. Требует внимания. Чего? Новые приказы? Да, выдвигаемся. Что нужно? Скорей. Новые приказы? Идем к укрытию. Бронебойное орудие готово к заданию. Готовы поражать цель, да? Ага. Спешим как можем. Не облегчайте им задачу. Нужно, что будет как новенькая. Что такое? Скоро буду там. Ждем новых указаний. Смотрите в оба. Готовы собирать бронетехнику? Стражник готовится к бою. Ремонт завершен. Кому-то нужно смазать ось. Герой получил новый ранг. Готовим арсенал! Стражник к бою готов! Сделать больше. Мы используем это с умом. Огненный отряд, слушай. Гуляем. Что дальше? Пошли. Ага. Спешим как можем. Гуляем. Что нужно? Буду там. Машина под огнем! Пригнись! У меня гости! Пригните голову! Важен каждый выстрел! Огненный отряд, спасибо бы и нет. Гори! Да? Да, не слишком близко! Держимся в укрытии! Новые приказы? Двигаемся тут. Инженеры все делают лучше. Давай! Есть большие силы врага. Тебя так и зовут, меня стреляют!
сделать больше мешков с песком? Ничего не оставим. Нам это пригодится. Они стреляют! Оставьте, как мы потеряли ответ. Один, два, нужно что-нибудь быть больше. Ничего не оставим врагу. В нас стреляют! Все могло бы. Я немного занята. Даже не знаю, как это использовать. Сделаю. Пошли. Укрытие никогда не помешает. Иду. Машина под огнем! Так какой будет план? Что такое? Сделать больше мешков с песком? Слушаю. Пошли. Наша машина уничтожена. Новые приказы? Уже занимаюсь. Тур к бою готов. Тур выдвигается. Что такое? Да? Инженеры под огнем! За нами. Что дальше? Выдвигаюсь. Жду задания. Нужно что-нибудь сделать? Мы явно привлекли их внимание! Новые приказы? Принято! Чем могу помочь? Будет сделано! Загляну. Больше нефти для республики! Иду! Замечено несколько врагов! С вас приказ, с нас работа! Принято, идем! Что нужно? Туда. Принято. Здесь мы будем защищены. Двигаемся туда. Враги! И много! Один из наших ветеранов получил элитный статус. Звучит. Всем хватит места. За нами. Нам нужно все, что сможем найти. Новые приказы? Осторожнее, здесь мы будем защищены. Пора прогуляться. Что от меня требуется? Что такое? Будет сделано. Похоже, только один противник. Выдвигаюсь. Готов выдвигаться. Добро, ремонт закончен. Стражник, жду задания. Готов выдвигаться. Что нужно? Сделать больше мешков с песком? Инженеры под огнем! Просто укажите, где враг. Перемещаюсь в новую точку. Нужно что-нибудь сделать? Это недалеко. Чем можем помочь? Инженеры готовятся. Новые приказы?
Сейчас все починим. Готов выдвигаться. Мастерская ждет приказа. Прямо сейчас мы не можем обеспечить новую партию. Уже вернулись? Конечно. Сделать больше мешков с песком? Чем могу служить, Палани? Слушаю. Скорей. Готов к драке. Что нужно? Тур к бою готов. Идем вперед. Тур выдвигается. Все для Палани. Выдвигаемся. Так какой будет план? Палани переживет. Бронебойное орудие готово к заданию. Жду задания. Я все разведаю. Чем могу помочь? Слушаю. Скоро буду там. Враги приближаются. Успокаивайся, Лосей! Так! Готовы, что замечены наши. Вот так вам и надо. Враг захватывает наш нефтяной насос. Отличная работа. Без пулеметов я со своими людьми смогу занять улицы. Замечены враги. Мы потеряли нефтяной насос. Замечена боевая единица противника. Нас напали враги. Они, чем мы. У меня не было выбора. Простите. Смотрите в оба. Орудие готово к бою! Что нужно? Будет сделано. Замечена боевая единица противника. Готовьтесь стрелять! Орудие готово к бою! Заняли позицию! Они в нас стреляют! Орудие готово к заданию. Враг захватывает наш рудник. К нам! К бою! Да? Я пока еще цел! Слушаю. Конечно. Сделать больше мешков с песком? Мы потеряли рудник. Как новенькая. Готовы поражать цель. Бронебойное орудие готово к заданию. Мы явно привлекли их внимание. Мастерская ждет приказа. Чем можем помочь? Что от меня требуется? Ремонт завершен.
Я все разведаю. Что нужно? Я захватила железный рудник. Охотимся на машины. Так какой будет план? Новые приказы? Слушаю. Бронебойщики готовы что-нибудь взорвать. Заданию. Готовьтесь стрелять! Чем могу помочь? Сделаю. Готовы служить в Палании. Бронебойщики готовы. Предпочитаю видеть цель, но что поделать? Поняли. Чего? Миномет здесь в самый раз. Слушаю. Я все разведаю. Что нужно? Уничтожим их. Наверняка я в этом пожалею. Можно что-нибудь? Сейчас все. Замечены враги. Что такое? Пошли. К службе готовы. Враг захватывает наш рудник. Осторожно. Слушаю. Все должно работать. Сейчас сделаю. Один из наших ветеранов получил элитный статус. Иду. Будет сделано. Конница под огнем! Быстрей! Одиночная цель. Держите ухо востро. Готовы поражать цель. Инженеры под огнем! Заняли позицию! Орудие готово к бою! Готовим арсенал! С таким же успехом я могу не пробиваться! Отлично, мы выдвигаемся. Бесполезен. Оставь мне жизнь, и я дам тебе что угодно. Свободное Палание? Я могу это устроить. Нам нужна информация. О Фенрисе? Никто не поверит вам. Поэтому ты расскажешь обо всем публично. Меня убьют, если я заговорю. Если нет, я убью тебя. Ну, если условия таковы... Анна! Полковник Зубов, что случилось? Скорей, подними! Выиграй мне время, а потом беги! У нас большие планы. Я справлюсь! Не с места! Кто ты? Здравствуй, бабочка. Янек?
Знаю, это сложно понять, но мне нужно идти. Мы думали, ты мертв. Что? Что это? Я объясню позже. Мне надо. Где тебя носило? Я обещаю... Мне сообщили, что он русветский шпион, работающий на Зубова. Я пытаюсь выяснить, кому он служит на самом деле. Ты о Фенрисе? Ты знаешь о Фенрисе? Нет. Твоя очередь. Зачем ты работаешь на Зубова? Что это за штука? И как ты вообще выжил? Отвечай. Это случилось месяц назад. Я приехал в Санкт-Петербург на мирные переговоры. Я обеспечивал безопасность нашей делегации. Переговоры затянулись. Эти чертовы поланские крестьяне! Нам нужна картошка для Фрица и Хельги! Нет, нам нужна картошка для водки! Больше водки! Троните картошку, я убью вас голыми руками! Ну же, дядя Лех! Ударь его разок. Я на эту бутылку шнапса поставил. Нет, ничего веселей политики. Азартные игры на шнапс или деньги запрещены. Какой тут азарт, если знаешь результат? Мой дядя и ваш мужик подерутся еще до конца заседания. Хочешь пари? Так ты племянник Леха Коса? Янг, верно? Ты знаешь меня? Я заметил тебя. Не стоит тебе лазать по крышам. Кто-то может и за снайпера принять. Так нет, винтовки. Ваши доблестные бойцы заставили всех сдать оружие, помнишь? Это дружеские переговоры. Пусть такими и остаются. Много дружеских нападающих. Пехота, легкое оружие. Мятежники. Как они пробрались в город? Это я и хочу выяснить. Я в деле. Нет, у тебя даже нет. Чего? Хорошо, но не путайся под ногами. У нас новая основная задача. Проще некуда. Не обращайте внимания. Вижу силы противника.